счет в первом тайме открыли нижегородцы. Однако спустя несколько минут москвичи отквитали пропущенный мяч. После этого цифры на табло не менялись долгое время. И только во второй половине встречи на 80-й минуте футболисты Нижнего Новгорода забили победный гол, благодаря которому горожане поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» разгромил Минское «Динамо». Команды встретились в турнире на Кубок губернатора Нижегородской области. В первом периоде обошлось без заброшенных шайб. Основные события развернулись во второй 20-минутке. Нижегородцы отметились сразу 5 голами. Гости из Минска же смогли отквитать только одну шайбу. Финальную точку в поединке поставил торпедовец Владимир Галузин, забивший 6-й гол в ворота противника. Не знаете, как ехать? Артем Дзюба подскажет. Нападающий сборной России по футболу стал официальным голосом популярного автомобильного навигатора. Прямо, да, вот так повернуть налево, да? Это там что за скептик? Что-то я не понял. Артем Дзюба записал более 120 фраз, с помощью которых приложение проведет водителя по маршруту. Среди них есть и футбольные шутки. Например, о приближающейся камере Дзюба предупредит фразой: «Как у Черчесова, не забалуешь». Тот самый момент, когда игра интересует меньше, чем перерыв. Во время встречи английских команд «Болтон» и «Вест Бромвич» больше всего любопытства у зрителей вызвал бойлер. Вскоре интрига была раскрыта. Водонагреватель – это новый талисман «Вест Бромвича», направленный на привлечение болельщиков. Неужели по-другому английский футбол ни первой лиги уже не привлекает? А вообще в России надо бойлеры на поле выносить, особенно когда горячую воду отключают. Самый популярный болельщик чемпионата мира по футболу выразил желание остаться жить в России. Речь идет о бразильце по имени Томер Савоя. После окончания мундиаля мужчина задержался в нашей стране. Стоит отметить, что здесь он пользуется популярностью, посещает телепрограммы и сопровождает болельщиков футбольных клубов. У него даже появилась любимая команда – ЦСКА.